Пари матч және про хоккей лигасы жеңіске қуатталған. Вашему вниманию представлены опасные моменты встречи Петропавловского Кулагера и Сарарки Караганда. Активно начали хозяева, шли атаки, ну, здесь карагандинцы тоже времени зря не теряли. И вот здесь вот сольный проход от 97-го номера команд Сарарки. Пархоменко открывает счет и придало уверенности это гостям площадки. И мы видим здесь атака за атакой. И тут уже Беляев выходит на рандеву с Кадочниковым и открестил штангу. И после чего сравнивает счет в равных составах. Здесь Илья Рыжий верхом выбрасывал шайбу, но Потапов подхватил ее и вышел на выгодную позицию и забросил шайбу, тем самым сравнял счет сегодняшней встречи. И здесь в меньшинстве выходил у нас Подшиндялов 1-0 с Микушиным, но реализовать не удалось. И здесь в формате 5-3 забивает у нас Демин после броска Холькина. Смотрим мы. Здесь уже пытался с острого угла Злобин забросить. И в формате 5-4 большинство. Прицелился Игнат Холькин. Дали ему время. И забивает третью шайбу Игнат. 3-1. Во встрече. И плодотворный был период у нас. Это все случилось у нас во втором. Шли их. Хозяева активно вперед, но карагандинцы были на месте. Вот здесь мы видим сдвинутые ворота умышленно, после чего было удаление. Но были моменты, конечно, у хозяев, но реализовать большинство не удалось. Здесь Волков поливает от синей линии, попадает в своего партнера. Убегает Баженов, здесь 1-1, и на месте Микушин выручает свою команду. Вот хороший был момент у Беляева здесь. После рикошета подхватил шайбу и с разворота атаковал ворота Кадочникова. И вторая шайба Кулагера здесь. Волков не без доли везения с рикошетом поражает ворота Микушина. Смотрим еще раз. Здесь бросок, рикошет, да, и не видел момент броска Микушин. И счет сокращается у нас, становится 3-2. Да, ликуют юные болельщики. Ну, на этом у нас страсти не остановились. Карагандинцы шли вперед. И здесь момент за моментом тут толкает своевольно соперника на Егора Наместникова. И вот очередная атака петропавловцев. Смотрим, Подшиндялов оставляет на Наместникова. И Наместников поражает ближний угол ворот Микушина. Тем самым сравнивая счет сегодняшней встречи. Смотрим. Шикарный бросок. Но здесь и нужно поблагодарить партнеров. Тут Кузнецов закрывал обзор голкиперу. И счет становится 3-3. Начало третьего периода это у нас было. И здесь по моментам был шикарнейший момент. Здесь отбил Микушин перед собой. И Волков попадает броском в плечо Микушину, и здесь, да, на тоненького здесь взяли в коробочку Потапова, но удаление не дали. И здесь после рикошета попадания в главного арбитра был шикарнейший момент у Караганды выйти вперед. И под занавес третьего периода удаление зарабатывает Кулагер, но реализовать его не удалось. И здесь ставит точку в сегодняшнем матче Константин Двуреченский. Вот передача от 97-го номера Захара Пархоменко. И в домик направляет шайбу и выводит свою команду вперед. И последний штурм. Здесь Глеб Штайгер открестил перекладину, но больше ничего сделать не удалось. Фиксируем счет. 4-3. 4 очка забирает Сарарка с Петропавловска. И статистика матча. Перед вами 29-35 по броскам.
впереди Сарарка. На точке вбрасывания здесь оказались 39-26. Петропавловцы сегодня в разы лучше, чем вчера. Ну и по удалениям у нас 6 минут наиграли Кулагер и 10 минут наудалялись гости. До скорых встреч. Увидимся на хоккее.